Мы студенты из Кореи, которые учимся в Гёнбукский университет. Меня зовут Ян Су Рим, которая учусь на факультете русского языка. Мы приехали 10 января на 2 недели в Казахском национальном аграрном университете. Тем временем мы получили хорошие впечатления у вас и Казахстане. Невозможно забыть об этом. У нас были 3 команды. Курс корейского языка команда, научный эксперимент команда, развлечение команда. Сперва, как приехали в Казахстан, мы боялись того, что мы сможем успеть играть каждую роль. Но это было ненужное беспокойство. Я относилась к курсу корейского языка. Я довольна, что действовала в нашей команде. Потому что многие казахстанские студенты участвовали в наших программах, чем вы думали. И мне удивительно, что они интересуются корейской культурой. Вы разговаривали о кей-поп, корейских драмах и культурах. Казахские студенты научат нас их язык и культуры. Хотя из-за разницы между двух языками нам было трудно разговаривать, мне очень приятно действовать в этом программе. Помимо занятий, в остальное время мы со студентами будем играть в волейбол, будем слушать объяснение о здании нашего университета и так проводить веселый насыщенный день. Я буду скучать по делам, что успели здесь. Хотим выразить огромную благодарность ректору и проректору Казахстанского национального аграрного университета. А также студентам, которые нас тепло приняли как своих друзей. Еще спасибо за внимание.